ITN Distribution. B-22 Films. Redford Films. Совместно с B-22 Films. В главных ролях Дженни Бабес, Том Хэллом, Стефани Аустейл, Майкл Вагеман и Кип Соп в роли последователя. Итак, это одно из моих любимых. Как вам? Мой любимый оттенок красного. Нужно сделать скриншот и твитнуть его. И не забудьте написать, какое бикини вам больше понравилось, это или желтое. Это один из моих любимых брендов, линейка бодипозитива. Они выпускают самые разные размеры. Красавица, ты прекрасна. Прекрасна в любом теле. Не забываем оставлять комментарии, какое нравится больше, это или это. Господа и дамы, не переключайтесь, впереди важная информация. В 9 вечера по Калифорнии. Не опаздывайте. Цена за подписку сейчас 9,99. Не упустите свой шанс. Опция доступна сегодня и только для моих фанатов. Надеюсь, что вы подписываетесь. Нет! Последователь. Девочки и мальчики, напишите, в каких туфельках вы хотите меня видеть на красной дорожке. А если вы уже забыли... Вот они. Так, надо быть осторожней. Никакого основного инстинкта, только за отдельную плату. Кто там? Тиф, это Эл-Джей, открой. Я занята. Прошу, Тиффани, прошу. Ладно, сейчас. О, ты дома. Боже мой. В чем дело? Ты смотрела мой стрим? Нет, я записывала свой подкаст, а что? На меня напали, а стрим шел все это время. Черт! Кто на тебя напал? Какой-то парень в жуткой маске свиньи. Я не рассмотрела. Полицию вызвала? Ты права, надо бы. Но все было так быстро. Не было времени думать. Все хорошо, я позвоню. А ты пока успокойся. Налей себе чаю и успокойся. Все хорошо. Ладно. Точно? Да. Ты не пострадала. Всем привет. Хочу, чтобы вы знали, со мной все в порядке, опасности нет. Спасибо моей подруге Тиф. Копы уже ищут этого маньяка. Спасибо за ваше сообщение. Я люблю вас. Для тех, кто не в курсе, недавно на меня в моей квартире напал какой-то психманьяк в стрёмной маске. Полицейский сказал, что мне нужно отдохнуть от соцсетей, отдохнуть и прийти в себя. Но... я скоро вернусь, просто беру перерыв. Я буду думать о вас. Скоро увидимся. Чмоки, помаши, Тиф. Пока, я ее в обиду не дам, люблю. И я. Нам нужно уехать. Хотя бы на пару дней. Ты напугана. Конечно, напугана. Они не поймали ублюдка. Прошел всего один день.
Он хотел убить меня. Может, выслеживает следующую жертву? Откуда ты знаешь, что он хотел сделать? Чет. Не зря я подарила тебе шокер. Ладно, куда поедем? К твоему кузену. В Техас? Там никому не придет в голову нас искать. Ладно. Техас. Не мое место. Ясно. Я люблю вечеринки. Вот. Но. Элджей. Соцсеть твой хлеб. Миллион подписчиков. Это должно было случиться. Да, он прав. Он проник в квартиру. Прямо в спальню. Мы понимаем. Конечно. Не позволяй страхам управлять жизнью. Да? Точно. И ты упускаешь позитив. Видео нападения за сутки набрало более 5 миллионов. Что? Ну, хоть что-то. И подписались еще 20 тысяч. За один день? За один час. Черт. Ладно. Едем в Техас. Остановимся у кузена. Все вместе. Даже ты. Клево, когда друзья рядом. Кстати говоря, можем снять домик в лесу и поживем там. Да, будет весело. Хорошо. Но на машине. В Техас? Я ненавижу самолеты. Так что едем на колесах. Грузимся и двигаем, сучки! Боже. Черт. Алло. Чет. Эй, Чет. Ладно. Который час? Чет? Чет. Эй! Боже! Тише, ты как? Ты что, не мог голос подать? Подал. Сказал «эй». Привет. Что, ты только встала? Уже 8. Я вчера приняла снотворное, Чет. Мы едем на машине. Кое-кто боится самолетов. Я не их боюсь. А того, что он упадет в океан. Да. В океан? В Техасе. Ладно. Я боюсь разбиться. Мое тело горит заживо, пока я лежу, парализованная и задыхаюсь. Ладно, все.
Собирай шмотки, все ждут внизу. Ладно. Ждут тебя. Прошу, перестань меня пугать. Ладно. Серьезно? Двигаем сучки. А что сказать? Черт. Это что за хрень? Черт! Внимание всем, Эл-Джей переезжает в Техас. Заткнись и помоги мне. Мне тяжело. Эй, помоги. У меня важный звонок. Рамос, как жизнь, друг? Малыш. Серьезно? Чтоб тебя, Рамос. Так, не стоит этого говорить, но тачка отстой. Лучше разобрали. Здесь хуже, чем в карцере. Давайте выйдем. Эй, давайте, нужно отлить. Эй, слушай, надеюсь, в Техасе теплее. Бубенчики замерзли. Еще бы. Эй, зацените. Ничего себе, 4 спальни, 3 ванные. Круто. Акр земли за 300 тысяч. В LA такой не купишь. С ума сойти. Прикуплю здесь участок. Участок? Надо купить район. Будем сдавать дома. Один отведем под контент. Да, студия. Да. Техас прекрасен. Природа, погода. О прекрасном. Здесь стрип-клуба нет? Я вообще-то о красивых видах. Плевать. Главное, чтобы в клубе была выпивка. Есть охотничий клуб. Да? Джинсовые капри, лифчики хаки. Черт, почему ты все норовишь свести к бабам и порнухе? Не преувеличивай. Ладно. Ты свинья. Ты против животного секса? Какие вы противные. То есть мы можем сваливать? Да. Не забудь телефон. Да. Пойдем. Обязательно надо проколоть шину. Как думаешь, есть запаска? Наверняка. Какой идиот берет тачку без запаски? Класс. Я не планировал ехать в Техас. Засранец. Смотри. Думаю, вам это пригодится. Да? У нас шину спустило. Бывает. Кажется, должно подойти. Да ладно. Наш размер. Случайно оказалась шина для нас? Знаете, это забавно. В погоне за наживой компании по производству шин предусмотрели подобные инциденты. У меня шиномонтаж, и я регулярно проверяю резину. Ну, спасибо от всей души. Как вернуть тебе шину? Не благодари, их хватает. Переведем бабки по безналу. Как это? Наличка? Вот, мы заплатим. Вы откуда? Из Калифорнии? Тогда понятно.
В Техасе мы просто помогаем людям. Нам не нужен бензал, чтобы помогать. Безнал. Эй! Долго еще нам ждать? Тут нет стойки регистрации и воняет навозом. Точно. Спасибо, выручил. Пустяки. Будьте осторожны. Ладно. Стрёмный тип. Вот дикарь. Эй! Он помог. Что это было? Поможешь сменить резину, а? Рамос, как ты, друг? Чтоб тебе. Дамы? Ух ты! Боже! Ничего тогда. Дом, милый дом. Идеально. Я знаю. Мой дед построил все сам. Да? Да. Прожил тут всю жизнь. Потом дом отошел дяде. Он ведь не помер в этом доме, нет? Нет. Нет. Думаю, нет. Бо! О, господи! Пора выбирать комнаты. Пошли. Я хочу с большой ванной. Эй, порядок? Да. Да? Все хорошо, правда. Спасибо, Чет. Выбери лучшую комнату в доме. Принесу сумки. Ладно. Да. Детка, есть вяленая говядина, пиво и еще кошка. О, черт. Утром придется сгонять в магазин. Детка, это маленький городок. Тут не торгуют твоей травой. Ясно. Похоже, придется есть мясо. О, черт. Разберу сумку. О, боже. Спасибо. Мне с тобой повезло. В чем дело? Ни в чем. Не та комната. Хочешь другую? Мы можем поменяться. Дело не в комнате. Она красивее меня? Кто? Эл-Джей. А почему ты спрашиваешь? Не знаю. Это все дом. Здесь какая-то особая атмосфера, и... мой контент не так популярен, и еще подписчиков меньше. Может, мне стоит найти настоящую работу? Понимаешь? Ты зарабатываешь больше, чем половина девушек твоего возраста. Да, но я никогда не буду такой худой. Понимаешь, я просто... Да кого это парит? Руби бабки. Меня? Меня парит. Слушай, Эл-Джей делает свое дело. И ты делай то, что нравится. Ясно?
Да. Но... кого бы ты выбрал? Ее или меня? Хватит. Если решила влететь во вращающуюся дверь, глупо злиться на людей, которые идут рядом. Да? В этом соль. Будь собой. Не плачь. Это уже перебор. Да. Готова? Конечно. Ладно. Инстаграм 40-го года. У мисс Дейзи не было даже штатива. Хватит ныть. А это что за волына, детки? Крошка. Зацени. Система безопасности. Без патронов. Ты. Я. Пушка. И бассейн. Сделаем фотки. Сделаем, а? Ой, я чувствую себя таким крутым. Без фоток. Я опухла. Я тоже. Пойдем, давай. Пойдем. Мальчики и их игрушки. Идем. Оуэн! Быстрее! Темнеет! Стой! Посмотри. Я на каблуках. Да знаю, знаю. Я на каблуках. Так, держи. Держу. Встань к забору. Ладно. Стою. Так, да. Поза в стиле тех лет. Ладно. Так, супер. Готова? Да. Да, красота. Да? Да. Сексуально? Да, горячо. Да. А если так? Нет, нет, не туда, сюда. Да. Вот так, как на обложке. Так. Куча лайков. Так, все, пойдем. Что с тобой? Это просто белка или олень? Или волк, или пума, или еще хуже. Волк? Мы в Техасе, детка. Ладно, тогда медведь. Медведи живут в пещерах. Оуэн! Понял. Ладно, пошли. Да. Боже. Да. Тебе нужны лайки. Тебя все любят. Заткнись! Боже. Ты животное. Кто, я? Ух ты. Мне здесь нравится. Другое место, понимаешь? Тут спокойно. Ни пробок, ни сирен. Никаких бомжей, орущих под окнами. Никто не мочится по углам. И не гадит на лужайку перед дверью. Вот мерзость. Я тут подумала... что если взять перерыв?
Перерыв? Да, просто деньги нам не нужны. Но ты в тренде. Зачем перерыв? Честно говоря, я устала. За этой мишурой люди не видят, какая я вообще. Не видят за этой мишурой меня. Это притворство выматывает. Хейтеры, интернет-тролли. Это все чушь и фальшивка. Собачья чушь. Фейк. Я жутко устала. Есть такая фраза? Нет боли, нет доли. Кстати, о доле. Черт. Что? Я кое-что забыл у себя дома. Идиот. Черт. Слушай, мы еще не закончили. Ладно. Поступай, как знаешь, да? Обсудим все после выходных. Ладно. Согласна? Согласна? Согласна. Эй, может, повторим? Я возьму лед. Что это за хрень? Что за головоломка? Ты хорошо обращаешься с камерой, но не с камином. Валай с этим туго. Эл-Джей, ты где там? Наша вечеринка. О, привет. Мы здесь. Да. Да. Сэр? Эй, легче, малыш. Легче. Все под контролем. Давай. Вот. Боже. Мне есть что сказать. Да? Девочки, мы вас обожаем. За тех, кто любит нас. И за тех, кто не любит нас. К черту баб, выпьем за нас, брат. Давай! Скажи, когда хватит. Все почти до краев. Нормально. Да, за тебя, малышка. Дай покручу тебя. О, да, вот так. Все, стоп. Красотка. Да, вот так, малышка, давай еще. Да. Черт. Чет?
Джей! Иду. Чет? Чет, если это ты, прошу, перестань. Вот ты где! Я принесла выпить. Спасибо. В чем дело? Ничего, просто нервничаю. Вот, держи, за тебя. И спускайся, мы соскучились, ладно? Мы ждем. Я скоро. Давай. Ребята, звоните 911. Зачем? Он здесь. Оуэн, проснись! А? Так, кто здесь? Маньяк в доме. Я видела его в коридоре. Маньяк? Тот самый! Пошли, надо валить. Оуэн! Какой маньяк? Я никого не вижу. Я тоже. К черту. Я возвращаюсь. Я позвоню в полицию. Эй! Черт, Чет! Чет, Чет! Черт! Как ты? Что происходит? Мы думали, ты ее преследовал! Кого? Эл-Джей! Я его видела. Это он. Эй, здесь никого нет. Именно. Он может быть снаружи. Детка, здесь ни души. Ты уверена, что видела? Да, на все 100%. Эл-Джей, здесь никого. Слушай, ты же пила. И что? Что? Проблемы с алкоголем. Прекрати! Я не сумасшедшая, и я знаю, что я видела. Ладно. И где он? Как он проник в дом? Лишь одна дверь открыта, и окна целы. Коломбо прав. Какой еще Коломбо? Ребята, поверьте мне, ладно? Прошу. Хорошо. Разобьемся на пары. Вы туда, мы туда. Да. И встретимся здесь. Эй, Чет, помоги мне. Давай руку. Ты храбрый, но даешь заднюю при виде паука? Я на каблуках. Я знаю, что ты на каблуках. Почему ты не взяла походную обувь? А мы в поход собирались. Мы в Техасе. Мой рост 147 сантиметров. Думаешь, найдем? Надо разобраться. Да нет здесь никого. Слушай, я знаю Эл-Джей. Она моя подруга, и я должна ей верить и поддерживать. Но здесь никого нет. Да, никого. Она твоя подруга. Ой, слушай, не свети в лицо. Боже, неженка. Почему тебя не преследуют?
Я его пугаю. Понял. Здесь очень темно. Блин, ботинки испортил. Да, бесполезно. Держись рядом со мной, ясно? Эй! Боже мой! Чет! Вы его нашли? Чёрта с два. Хватит. Понятно? С меня хватит. Пойдем домой. Элджей и так еле ходит на каблуках. Идем. Ноги болят. Чёрт. Где она? Тиффани, давай быстрее. Я что-то видела. Что? Не знаю, что-то большое. Боже. О, боже. Серьезно? Дробовик? Крутой я перец, да? Он не заряжен, брат. Надо позвонить в полицию. На всякий случай. Да? И что скажем? Кажется, тут кто-то шастает? Да. Я видела. И ты туда же. Он крупный. О, господи, это тень от дерева или маленький зверек, вроде лисицы. Не медведь? Вернулись к зверям. Что это? Вон, ты что, не подходи к двери. Да, слушай ее. Тихо. Откуда шум? Никого не вижу. Нет, никого. Если это он. Здесь? В двух штатах от дома? Нет, не думаю. Мы слышали выстрел. Кто это? Охотничий сезон. Какой-то придурок подстрелил оленя. Что? Оленя? Темно, как в заднице. Если ночью посветить на оленя, он замрет. Подонки так их убивают. Ничего хуже в жизни не слышала. Это незаконно. Но в округе часто стреляют. Мы в центре охотничьих угодий. Поверьте, ребята, это обычная ситуация, да? Нас искать не будут. Кроме того, нас четверо. И пушка, верно? У меня кочерга. А у Оуна мачете и дробовик без патронов. Это нож, брат. Прости, не знал. Нож и дробовик без патронов. Давайте внутрь. Малыш, пойдем. Черт. Выпьем. Вот. Мне хватит, спасибо. Держи. Думаю, мне
Нужно прилечь, отдохнуть, поспать. Не переживай. Переволновалась. Ну, давай попробуем расслабиться и развлечься. Да. Попробуем. Но мне нужно побыть одной. Ладно. Я загляну позже. Да. Эй. Есть идея. Возьми. Да. И иди к камину. Хорошо. Сделаем пару фоток. Так. Подними нож. Ну, что не так? Не хочется. Не хочется. Ладно, дай мне нож. Сам пофоткаюсь. Обязательно быть козлом, Оуэн? Да, обязательно. Ясно. Так, мне надо отлить. Да. Бу. Я весь вспотел. Вижу. Ну? Я справился? Идеально. Как сымитировал выстрел? Повезло. Какие-то придурки стреляли в оленя. Видел статистику? Смотри. 20 миллионов просмотров. Ух ты. 20 тысяч оформили подписку. В сумме это 100 штук за 2 дня. Надо же. Класс. Но вечером не снимали. О, боже. Обидно. Звоните 911. Не пора им все рассказать? Детка, ты обещала, что я с ними позабавлюсь. Ладно. Ну, давай завтра утром. Посмотрим на их испуганные рожи. А потом... возьмем перерыв, как и хотели. Мы это так и не обсудили. Это мое тело. Я делаю так, что его видят все. Это моя жизнь. Наша жизнь. Я тоже работаю с тобой.
А ведешь себя как эгоист. Эгоист? Да. Я нацепил маску свиньи. Резонно. Эй. Давай после выходных. Да? Все будет хорошо. Обещаю. И не одевайся. О, нет. Маска свиньи возбуждает. После этого нападения ты набрала очень много просмотров. Миллионы людей смотрели и ничего не сделали. Люди любят драму. Люди отвратительны. Вот что они пишут. Когда следующее видео? Покажи сиськи. У тебя шикарные титьки. Особенно клево выглядят соски. Что за... Они издеваются? Это такая игра. Это ужасно, но... Нападение привлекло внимание. Будет больше денег. Намного больше. Ты прав. А это что? Что? Вам весело в Техасе? О, черт. Это ты? Нет, клянусь. Зачем Чеду это делать? Эй, вы говорите слишком громко. Ты кому-нибудь сказал, что мы здесь? Нет, никому. Кроме моего кузена. Но это его дом. Тиф? Что? Ты кому-нибудь говорила? Мы же договорились. Я выложила снимки, но без вас. А место указывала? Нет. Может, какой-нибудь придурок увидел Тиффани в доме? Он знает, что вы всегда вместе. Пытается выудить информацию. Может быть, Чед прав. Давайте расслабимся. Не знаю. Это так странно. Может, стоит уехать? Никто не знает, что мы здесь. Да, никто. Мы между молотом и наковальней. Никто не знает. Думаю, что нам пора сваливать. Мы это уже проходили. К черту! Покончим с этим дерьмом. Может, нам стоит поспать? Да. Твоих рук дело. Это ты написал? Комментарий? Нет, клянусь, это не я. Странно. Не знаю, но меня это так сильно напугало. Я готова уехать. Да. Ладно. Слушай, я встану пораньше, съезжу в город, куплю шампанского. А когда вернусь, мы отыграем последний акт и отпразднуем. Идет?
А сейчас ложись спать. Мой рыцарь на белом коне. Засранец. Ты слишком нервничаешь. Ненавижу лес.
Майк? Майк? Эй, Майк! Это ты? Майк! Майк! Малыш? Чет? О, боже. Больше не пей. Господи. Чет? Чет? Малыш? Чет? Чет? Видели Чеда? Нет. Что он вскочил? Охотится на наш завтрак. Надеюсь, он нас бросил? Ключей нет, сама видишь. Я тоже так поступлю. Уеду. Простите, не хотел вас напугать. Заехал посмотреть, как вы. О, кузен Майк? Да-да, можете звать меня Майк. Я Элджей. Очень рад. Взаимно, мои друзья Тиффани и Оуэн. Я Джозеф. Мой друг, ваш фанат. Большой поклонник. У меня подписка. Мой ник «Люблю, когда все видно». Я писал вам в личку, но вы не ответили. Придержи коней, фанат. Веди себя хорошо. Виноват. Рад встрече со знаменитостью. Я смотрел ваши видео, даже на серьезные темы. Был среди первых подписчиков. Вы горячие. Короче, я хотел заглянуть к вам вчера, но остался у подруги. Да, верно, у Тани. Она хорошенькая и пахнет хорошо. Эй! Куда делся Чет? Мы его сегодня не видели. Странно. Может, решил прогуляться? В детстве мы так делали. Думаю, он решил свалить. Мы слышали выстрелы. Выстрелы? Фотоохота. Со вспышкой. А, горожане. Хорошо, что меня вчера не было. Но, смотрите, рядом есть охотничий домик. Примерно в 2 милях. Возьмем багги и поедем. Может, он болтается в лесу. Когда найдем, я и скажу ему гнать домой. Да? Да, спасибо. Не за что. Пока. Джозеф! Иду, иду. Вы сексуальнее, чем на экране. Оуэн, у вас много денег. Я буду звать тебя кузен Майк. Ты классный. Странно. Очень странно. Похоже, дальняя родня. Начнем искать Чеда, а? Он приехал на багги. Не знаю, что это. Это типа квадроцикл. Они говорили про 2 мили, им нужно еще доехать. Давайте искать, ладно? Ладно. Чет! Малыш! Чет! О, Господи!
Мы видели это дерево час назад. Мы ходим кругами, и Чеда здесь нет. Это не тревожит? Нет, не тревожит. Это твой лучший друг. Он большой мальчик. Псих пытался тебя убить, но это не значит, что нужно сходить с ума. К черту это! С тех пор, как мы сюда приехали, ты шарахаешься от каждой тени. Тебе везде мерещится бугимен. Да чтоб тебе, если укусит жук. Я возвращаюсь. А ты, подруга? Того же мнения? Слушай, я люблю тебя. Но если ты не уймешься, то собирай вещи и дуй домой. Эй, малыш! Подожди! Ты готова сваливать? Черт. Ладно. Нет, нет, нет! Что? Ключи у Чеда. Черт! Позвони! Черт, забыла зарядить. Я сам. Автоответчик. И у него сел. Так, так, давайте пойдем в сторону холма. Может, встретим Майка, он подбросит до аэропорта. Билеты домой я куплю сама. Уедем и бросим Чеда? Нет. Мы его не бросаем. Успокойся, разберемся. Я звоню в полицию. И что ты им скажешь? Что он вроде пропал? Не вышел к завтраку? Что мы волнуемся? Подумай. И телефон разряжен. Тогда я возьму... О, а вот и Чед, сукин сын. Где тебя носит? Чед, это не смешно. Кто ты такой и откуда у тебя телефон Чеда? Алло? Черт! Черт. Что это? Что ты делаешь? Алло? Привет. Я Тиффани Миллс. Мы с друзьями в доме рядом с автострадой, недалеко от Гейнсвилля. Наш друг Чед пропал. Ты спятила? Заткнись. Вчера вечером. Не знаю, когда мы его видели в последний раз. В опасности? На мою подругу напали в Л.А., и теперь пропал ее парень. Мы нашли его телефон, а его нет. Я знаю, что еще рано, но, может, начнете его искать? Верно, верно. Да, понимаю. Да. Спасибо. Ладно. Пока, я поняла. Козлы! Что? Что сказали? Что прошло меньше суток, и они не могут принять заявление. Пришлют кого-нибудь снять показания, а нам нужно ждать Чеда, пока он сам не объявится. Черт! Что за хрень? Это от Чеда? Нет, я получила сообщение. Здесь сказано... Потеряли Чеда, а я нашел. Эй, дай посмотреть. Черт! Что? Телефон сдох. Принеси зарядку. Я ее видела. Здесь? Ее нет. Забыла в спальне? Не знаю. Думаю, она здесь. Кто-то забрал зарядки. Что? Ты серьезно? У меня 5%. Дай. Знаете, давайте уедем автостопом.
Что скажете? Сваливаем. Оуэн, я не выйду, пока какой-то урод бегает по лесу и следит. А что, есть другой план? Кузен Майк! Да пошел он, может, он за этим и стоит, ты не думала? Ладно, копы в пути. Можем остаться и дождаться их. Сколько это займет? Оуэн, не нервируй меня. К черту все это. Я уйду. А вы? Решайте. А как же Чет? Хрен с ним, встретим по пути. Не глупи, поехали. Давай. Идем. Черт! Сколько нам еще идти? Вечность, как я уже сказал. Боже. Вечность. Не двигайся. О, боже. Что там? Там медведь, да? Он за тобой. Давай. Мой нож больше твоего. Эй, стой. Чет, это зашло слишком далеко. Мы их напугали. Чет? Так, мы хотели сказать, что мы с Чедом все инсценировали. Мы хотели разыграть вас, а потом отметить, выпить шампанского. Сучка, ты совсем с ума сошла? Я знал, мать вашу. Глупый Элджей. И ты, козел. Видео принесло много денег, и мы теперь можем целый год ничего не делать. Можем остаться здесь и продолжить снимать, и когда вернемся, станем миллионерами. Подумайте. Кошмар. Но неплохо. Оуэн, ты что несешь? Они играли нами. Мисс Совершенство — пустышка. Тиф, мы давно дружим. Дама. Миллионеры. Оуэн! Боже, Чет! Какого черта? Это не Чет! Бежим! Давай. Бегом, бегом. Бегом. Черт! В чем дело? Заклинило. Дай попробую. Эй, козел! Мы вызвали полицию! Что делать? Нужно попасть внутрь. Задняя дверь. Бежим, быстрее! Что за черт? Заперты изнутри? Я не понимаю, что происходит. Ясно. Ты. Все это было из-за тебя. И теперь мы умрем в лесу из-за тебя. Из-за меня? Я ничего не делала. Мы с Чедом хотели развлечься, затем отпраздновать с вами. Отпраздновать? Это не Чет, а Оуэн мертв. Если это не Чет, то кто это, черт? Тиф. Я не имел в виду гуглить себя. А мне понравилось. Не знаю. Что это? Чет, это ты? Чет, ты здесь? Чет, все волнуются. Чет? Чет! 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 О, боже! Чет! 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 Говори! Говори со мной! Мне понравилась маска. Я знаю, как важны для тебя друзья.
Не волнуйся. Скоро ты снова его увидишь. Эй, Майк! Не уходи. Я скоро вернусь. Майк, мы опоздаем. Эй, быстрее! Майк, ты что? Что за хрень? Трахну твою девку. Прошло много времени. Когда они приедут, Тиф? Что они сказали, Тиф? Мне не сообщили время прибытия. Отвали, у нас пистолет! Что ты делаешь? Он не пытается войти, просто шумит. Майк! Майк! О, боже! Боже! Что ты делаешь? Ищу ключи от багги. Черт! Их нет! Черт! Элджей! Так. Элджей! Вернись! Куда ты собралась? Thank you.
Давай. Черт! Заводи машину! Скорее! Заводи машину! Тиффани! Тиффани, быстрее! Иди сюда! Боже, нет! Тиффани! Нет! Элджей! Боже мой, Тиф! Отстань! Отпусти! Черт! За что? За что? Чет! Чет, нет! Прошу, нет! Мне очень жаль. Прости. Малыш. Надо идти. Прости. Прости. Черт! Черт! Отлично. Что это? Черт! Чтоб тебя еще раз! Давай! Работай! Черт! Тебе нужно это. Боже, Оуэн! Что это? О, черт! Как все плохо! Так? Ладно? Получилось! Черт, дьявол, я смогу. Черт, телефон. Есть. Прошу, работай, работай. 911, да, мне нужна помощь. Мои друзья все мертвы, и за мной гонится убийца, помогите. Да, я в доме. Недалеко от шоссе. Рядом с Гейнсвиллем. 171. County Road West. Прошу скорее. Так. Спокойно. Ты справишься. Неплохой ход с видео. Кстати говоря, вживую ты красивее.
прошу, прошу, не надо. Тиффани? Не зря я подарила тебе это. Ты мне должна. Нет, нет, нет. Сначала закончи работу. Что? Ты? Почему? Ну, сначала я завидовала. Тому, что на меня напали? Нет, просмотром и вниманию. Потом разозлилась из-за того, что вы решили, что я так наивна. Что? Что за бред? В ролике у маньяка кроссовки Чеда. Не переобулся. Лентяй. Значит, зрителям понравится и что-то более реальное. Передашь что-нибудь фанатам? Ты, сучка. Как мило. За это и люблю. Кстати, джентльмен, который скоро убьет тебя, был твоим фанатом. Жаль, что ты не ответила на его запросы о дружбе. А я ответила. Фанат LJ номер 1013 хотел встретиться. Сбылось. Заканчивай и катись отсюда. Нет, 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 прошу. Прости. Прости, нет, 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 нет. Стой. Здесь паршивое освещение. Нормальное. Давай врубим свет и отведем ее вниз. Там лучше. Понял? Давай, свинка. Топай. Тиффани, нет. Сучка, заткнись. Вот плакса. Нет. Нет. Тиф, прошу. Не надо. Прошу. Вижу красивое личико. Давай. Нет. Нет. О, детка. Сколько лет мы с тобой знакомы? У меня есть сертификат. А ты мертвая сучка. Прошу, не надо этого делать. Прошу. Боже, как утомительно. Ты заслуживаешь Оскара. Кстати, о заслугах. Надо держать слово. Вот как? А ты неплохо справился. Выстрелы были приятным штрихом. Фейерверк. Ты умный парень. Чем тебе отплатить? LJ вызвала копов с телефона Оуэна. Надо быстро вернуться в мотель. Черт! Вызвала копов! Даже мертвая эта сучка портит мне жизнь. Помни свое обещание. Да, но сначала дело. Уверена? Давай. Или забудь о сексе. Давай.
Надевай маску и жди отмашки. Вещи наверху, а по этой лестнице я и не сунусь. Что с тобой, черт побери? Весь смысл в освещении, в атмосфере и... Знаешь, ты прав. Давай свалим. Действуй. Ладно. Будет больно. Не впервой. На счет три. Да. Раз. Два. Черт! Черт, больно! Нет. Оставь. Это заводит. Ты щекнутая. Идем дальше. Стоп, стоп. Зачем телефон? Эксклюзивные кадры не бесплатные. Но сначала обзови меня. Что? Попробуй. Я не хочу. Я трахну тебя как сучку. Правда? То есть вот так? Вот так оно бывает. Знаешь, я бы позволила меня трахнуть. Но ты дал Эл-Джей тебя порезать, и теперь твоя ДНК повсюду, и ты как бы должен умереть. Вот. Я трахну тебя, как сучку. На меня напали. Я знаю, что многие в курсе этих событий. На Эл-Джей напал маньяк, поэтому мы уехали из Лос-Анджелеса, хотели сбежать. Но он следил. И убил всех. Эл-Джей. Чеда. И Оуэна тоже убил.
понимаю, как мне удалось сбежать. Но я сняла его. Я смогла снять. И копы скоро будут здесь. Когда я закончу давать показания, загружу это видео на мою страницу. Оно будет доступно. Не знаю, почему я здесь. Оставайтесь со мной. Не отключайтесь. Прошу вас. В ролях: Дженни Бабас, Том Хэллом, Стефани Аустейл, Майкл Вагеман, Кип Соп, Дерек Редфорд, Кристофер Бьюэр и Брэндон Ингрэм. Режиссер: Брэд Бентман. Автор сценария: Кристофер Бьюэр. Продюсер: Тиффани Макдональд.